Ирина Ивановна, я так понимаю, это не первый визит к предпринимателям. Вы заезжали на мебель вот на той неделе, насколько я помню. Ну да, вот мы как раз... В рамках чего, да? Да, мы сейчас начали, ну, в рамках чего... Цель одна – развитие предпринимательства в Республике Хакасия. Я, кстати, приведу несколько цифр. Вот от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Республики Хакасия вот за 2019 год поступило 3 миллиарда рублей. Если сравнивать с платежами от крупного бизнеса, то это даже больше. От крупного бизнеса поступило чуть меньше 3, ну тоже в районе 3, то есть примерно одинаково. Это я о чем хочу сказать? О том, что доля субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджете очень большая. Это ну, в районе где-то 13-15%. Это очень большая доля. Поэтому понятно, что очень сейчас мы зависим от конъюнктуры мировых цен на уголь, на алюминий. И поэтому нам ничего уже не остается, это понятно, это очевидно, не только в Хакасии, это во всей стране понятно, что необходимо все-таки помогать и развивать субъекты малого и среднего предпринимательства. А конкретно этот предприниматель? Вот смотрите, мы начали серию встреч, буквально вот мы вас приглашаем, зрителям нашим, гражданам показываем. Мы начали серию встреч, буквально каждую неделю по одной, по две встречи мы проводим с выездом на место, смотрим производство по разным направлениям. Вот на прошлой неделе мы были мебельное производство, 12 стульев. Сегодня мы как раз у предпринимателя, который занимается производством строительных материалов. Обсудили с ним, что это за строительные материалы. Понятно, что необходимо оказать помощь по сертификации продукции. Для того, чтобы дальше рекламу организовать, кстати, мы можем организовать это за счет средств национального проекта и сертификацию, и рекламу. Необходимо сначала сертификацию эту пройти. Мы поможем. И деньгами поможем ее пройти, ну и поможем с продвижением по сертификации. Когда будет получен сертификат, естественно, мы проведем рекламную кампанию. Потому что материал этот очень такой новый, о нем практически никто не знает. Ну и со слов предпринимателя, он по качеству значительно превосходит тот же Сибит. Для того, чтобы убедиться, так это или не так, необходимо вот сертификацию и пройти. Ну, о чем говорю, что мы поможем. Дальше, естественно, когда будет понятно, что этот материал на самом деле занимает достойное свое место среди строительных материалов и гораздо превосходит их, вот о чем говорит предприниматель, уже будет понятно, что и мы будем оказывать помощь на развитие производства. Речь идет о льготном кредите. То, что у человека есть уже земельный участок, есть опыт, он уже не первый год это делает. Другое дело, что это сейчас пока не такие объемы, ну, потому что никто не знает. Вот я впервые вообще услышала, что такой материал есть. Еще что немаловажно, производство этого материала осуществляется из отходов, а именно из пенопласта. Пенопласт, который сейчас вывозится на наши полигоны, ветром разносится везде. Так вот, треть состава, если брать блок, то треть из него – это как раз крошка пенопласта. То есть он их где берет? Он их закупает, это отходы производства, он закупает у торговых сетей, он закупает это на полигонах, ну и закупает, где так собирает. То есть это еще и экологический вопрос. Мало того, это замечательный материал строительный, с прекрасной теплоотдачей, но опять же это будет все подтверждено сертификатом. Это еще и решение экологической проблемы. Сегодня у нас на встрече был не только министр строительства, который, кстати, очень заинтересовался этим материалом, еще и был министр природных ресурсов и экологии. Сейчас они уже вместе с предпринимателем все обсудят отдельно, на отдельной встрече. И Орехов Сергей Николаевич уже будет именно организовывать доставку полигонов твердых бытовых отходов именно доставку. Кто это будет делать? Либо это будет делать предприниматель, но кто там будет собирать этот пенопласт? Ну, здесь решается очень много вопросов. Угу. А конкуренты в суд не подадут вот так вот, что уделяете внимание конкретному, допустим, этому предпринимателю, а им не уделили внимание? Дело в том, что в рамках национального проекта это все абсолютно на законных основаниях. Мало того, в национальном проекте как раз и есть мероприятие по популяризации субъектов малого и среднего предпринимательства, которое включает в себя сертификацию, маркетинговые различные все эти вещи, ну, то есть реклама
продукты. Поэтому мы помогаем не только конкретным предпринимателям, любым. Я, кстати, хочу обратиться опять же к предпринимателям через вашу программу. Пожалуйста, обращайтесь в Фонд развития республики, вам там помогут и с сертификацией, и с рекламой вашей продукции, и с сопровождением, и с льготным кредитом. Это доступно всем.